Vincenzo Bellini adına ve İlhan Musa Belgesi'nin Prezidenti Giuseppe Pastorello İtalya, Bellini adına ve İlhan Musa Belgesi ile alakadar İtalya'ya kaydırmıştır. SSR'li kavga artisti Stefan Maria Yuryevna, Ukrayna. Gürcistan'ın kavga artisti, Devlet Mükafatları Laureatı Profesör Modar Davidovich Antuladze, Gürcistan. Almanya'da geçirilen opera festivalinin musiki rehberi Berke Gizov, Carnegie von Kirchenbrock, Almanya. Belarusya'nın emektar artisti, Beynalhan Musavgeler Laureatı, Minsk Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'nın solisti, Oleg Vladimirovich Melnikov, Belarus. Serbiya Opera ve Balet Tiyatrı'nın solisti, Serbiya Milli Tiyatro Cemiyeti'nin sedri, Branislav Jakic, Serbiya. Müsabakanın baş direktörü, Teşkilat Komitesi'nin sedri manevi, Alhas Hesenoğlu Eriyev. Hürmetli hanımlar ve canavlar, müsabakanın hususi mükafatlarını təqdim etmeye mərasimine başlıyoruz. Пожалуйста, Владислав Иванович, вам слово. Дорогие друзья, прежде чем начнется абсолютно приятная церемония вручения премии, я от имени жюри, которое журило конкурсантов, хотел бы выразить огромную благодарность устроителям, организаторам этого конкурса, который уже на протяжении 10 лет прошел четвертый. Прежде всего, конечно, сыну великого Бюльбюля, знаменитейшему композитору и певцу, ныне чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в Российской Федерации, Владу Бюльбюлю. Естественно, государственной структуре Азербайджана, которая помогала и очень, чтобы этот конкурс осуществился, министру культуры Азербайджана. Поэтому
Я хочу выразить и осуществить приятную миссию по единогласному решению Президиума Международного союза музыкальных деятелей за проведение уже 4-го фестиваля имени великого Бюрбюля, во знаменование 10-летия существования этого конкурса. Президиум Международного союза музыкальных деятелей наградил юбилейной медалью Алхаса Хасанова. Больше я занимать ваше внимание не будем, и будем переходить к приятному процедуре. Видите, сколько наговорил непонятностей. Спасибо большое, Владислав Иванович. С вашего позволения мы продолжаем наш вечер. Спасибо. Дördüncü mükafat лауреатлары ve диплом Aygün Kurbanova'ya təqdim edilir. Azərbaycan. Mükafatı Firəngiz xanım Əhmədova təqdim edilir.